Всех приветствую на своем канале. Сегодня я была в магазине Магнит. Сейчас покажу товары, которые я приобрела. Это вот такие вот орешки 49,90. Здесь ассорти и миндаль, арахис, изюм. Разные орешки здесь. Состав посмотрим. Вот их не состав здесь, этих орешков. Они по 49,90. Сосиски взяла, папа может. Стоят они 159 рублей. Такие вот сосисочки. Состав у них свинина, мясо птицы, куриное, механическое в балке, в том числе. Ну и всякие там фосфаты и прочее. Молоко взяла. Простоквашино. Стоило оно 54 рубля. Здесь писала цену, стерлось все. Так, аллея источников 17 номер. Стоила она 35 рублей. Да, 35 рублей она стоила. Напиток из детства. Экстра ситра 0,5. Стоила она тоже 39. Сейчас мы посмотрим состав. Так. Состав: подсоленная вода. Подсоленная, подготовленная вода, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, ароматизатор экстра ситра, пищевой краситель, карамельный, колер, консервант. Консервант, понятно. Вот такую взяла ему Нельку. Kids. Вкус малиновый пломбир. Напиток кисломолочный, фруктовый, ароматизированный, обогащенный пробиотическими микроорганизмами, витаминами 4Kids с массовой долей жира 1,5% со вкусом малинового пломбира для детей старше 3 лет. Он стоил 25 рублей. И такой тоже Эммануэль стоил 25 рублей, мультифрукт. Взяла сок с миньонами. 32 рубля стоит. Здесь у нас, значит, 0,2 объем литра. Дальше взяла вот такой вот кисель. Вишня. Стоил он 39 рублей. Я его уже показывала. Потом взяла сахар вот такой чайковский. 47 он стоит у нас. Здесь, значит, ГОСТ 500 грамм. 0,5 килограмма. Орешки показывала. Потом Макфа. 59 рублей. Вермишель. Сейчас хочу сосисками сделать и с салатиком. На скорую руку. Так. 30 рублей стоит одна пачечка вот такого вот йогурта. Творожок. Два слоя. Вкус вишни и черешни. Вот так вот он выглядит. Десерт. Так, сейчас мы с вами перейдем на фрукты и продукты всякие. Овощи. Зашла на рынок, купила огурцы. Они стоили 60 рублей килограмм. Это город Ростов-на-Дону. Затем персики взяла. Это в Магните. Стоили они 159 рублей. Я взяла на 129 рублей. То есть на 124 рубля. Перец у нас стоит, подешевел на 30 рублей. Стоит 70 рублей. Взяла я. Затем помидоры стоят 80 рублей. Это крупненькие помидорки, стоят 80 рублей. А чуть-чуть поменьше и 60, и 70.
Еще в магните взяла апельсины. Они стоили по 84,90. Я взяла на 76,90. Вот такие вот покупочки. И сейчас покажу вам тортик, который я сделала. Вот мой тортик, который я делала без выпечки. Заливала его желе. Ну, так как у меня, не знаю, печенье было то ли слишком песочное, то ли еще что-то. У меня почему-то все желе пропиталось в печенье. Получилось вот тут немножко вот сверху видно желейки всякие. Ну, получилось очень вкусно. Значит, я размяла печенье в крошку. Затем добавила грамм, наверное, 300. Ой, грамм 30, извините, масла сливочного. Затем это все размешала. Упаковала это все на дно хорошо кастрюльки, ну или там чашечки у вас на дно. Потом залила горячей смесью желейной. Там я разводила по инструкции, как разводить желе. И залила все это сверху. Поставила на 4 часа в холодильник. И фрукты покидала. Фрукты, ягоды этого смородины покидала. И вот так вот получился у меня торт без выпечки. Изюмчика туда добавила еще в само печенье. Такой тортик получился у меня без выпечки. Ну, очень даже вкусненько. Смотря просто какое возьмете печенье. С песочным вкуснее. Вот он, барсик. Сидит воздухом свежим, дышит. У нас сегодня пасмурная погода к вечеру. Барсик немножко у нас линяет что-то. Все, пошел, пошел. Сейчас сядет и будет вот это сидеть здесь, слушать. Дядьки там гудят, да, барсик? Сиди, сиди. Дыши свежим воздухом. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.